Итак, Питерфуд, день номер один. Мы продолжаем знакомиться с нашими гостями. Доброго дня. Как ваше впечатление от выставки? Мы приехали с Астрахани, Астраханской области. Представляем ООО «Третикали Центр». Это город Астрахань. Занимаемся мы впервые в России производством муки «Третикали». Это с 2013 года. Мы впервые в России совместно с Астраханским ТСМ создали ТУ, технические условия на эту муку. И сейчас мы уже впервые, можно сказать, в России производим из муки Третикали хлеб. В чем основные особенности, скажем так, отличия от хлеба, изготовленного из другой муки? Так как мы находим впервые, показываем эту муку в Астрахани, то есть на этом форуме, знаем, что наша мука отличается тем, что эта мука чисто диабетического направления для спортсменов, для тех, кто ведет здоровый образ жизни. То есть вы всегда придерживаетесь таких вот трендов, скажем так, в направлении пищевой продукции, пищевой промышленности в том числе? Да. В нашей муке, в нашем хлебе самый низкий гликемический индекс, который составляет хлебе без дрожжей, без закваски, путем вспенивания кислородом, 6,3 единицы. Хлеб называется долголетие. Такого хлеба аналогу в мире нет. Наша мука, например, в Америке, цельнозерновая, с Третикали стоит $60 килограмм. Мы его для своих потребителей будем продавать по 30 рублей. Слушайте, это приятная цена, хорошая. Какие задачи ставите и цели ставите перед собой на Питерфуде здесь, в Санкт-Петербурге? Ну, хотим расширить рынок. Сегодня со многими познакомились. Думаем, что мы как-то именно несем копилку производственной безопасности нашей страны, именно принесем здоровье людям. Здорово, желаем вам успешного бизнеса, пусть все пройдет максимально эффективно, и пусть мука найдет своего покупателя и потребителя. Найдет, я думаю. Спасибо.